Что нужно знать бизнесменам, если их посетил с проверкой пожарный инспектор? О том, как проходят проверки, сотрудники МЧС рассказали предпринимателям на специальном мастер-классе. Обучающий тренинг провели в кинотеатре «Октябрь». У сотрудников проверили знания пожарной безопасности, проинспектировали и работу пожарной автоматики. В залах для просмотра кинофильмов осмотрели пожарные выходы, насколько они удобны и различимы в темноте. Показали, на что необходимо обращать при проведении проверок со стороны органов государственного пожарного надзора. Показали, какой алгоритм проведения проверок, на что надо обращать внимание при проверках систем противопожарной защиты объектов с массовым пребыванием людей. Безусловно, дали оценку состояния систем противопожарной защиты, пожарной сигнализации, оповещения людей при пожаре, наличию исправности систем.